Ренат, ты что там так долго? Мам, я это, какаю, подожди. Обычный будний день, делать уроки лень, так-так. Я погружаюсь в интернет и захожу в контакт. Подписан я на различные паблики ВК, но мой любимый паблик, конечно, МДК. Лайкаю картинки, лайкаю видосы, пишу в комментах, мол, вы все хуесосы. Взрываются пуканы, пуканы, особенно когда я пишу о черебомане. Зашел на YouTube, о господи, как круто! Новый клип выпустили, успешная группа. Я обожаю их видео, пересматриваю ежедневно. Ведь они тоже с МДК, это охуенно. Включаю новый клипак, но что-то не так. Нету логотипа МДК, what the fuck, чё за херня? Без МДК вы не торт. Я отписываюсь от канала и ебу вас в рот. Раньше было круто, было смешно, а теперь залупа, полное дерьмо. Без МДК уныло, очень хуёво. Теперь буду смотреть на МДК Дениса Косякова. Успешная группа, неуспешная группа. Успешная группа, продажная группа. Как бы ни звучало тупо, столько рекламы я не видел даже на Тиве. Я больше не фанат. Да, вы мне противны. Успешная группа, хуета.